Приветствую вас, Виктор. И ну вот, знаете, вот пишете вы в раздел психологии о том, что вам в последнее время не везет ни в любви, ни в чем. Что же случилось со мной? Спрашиваете вы. Может, проклятие или порча какая, не знаю. Вот, понимаете, какой нюанс у того, что вы написали? Нюанс, он в том, что если вы обращаетесь именно к психологу, то психолог вам не скажет, значит, вот, больше это у вас, или там что-то еще. Там это психолог, это, вообще-то говоря, человек науки. Будучи человеком науки, психолог скажет вам, что невезение, как такового? Нет. Есть только ваши действия, неверные действия, неверные поступки, неверные модели поведения. Есть обстоятельства и есть случайности. И все, по сути. Понимаете? Поэтому, вот если вы говорите, что вам не везет, последнее время, то давайте вот как-то для начала попробуем просто хотя бы определиться с вами, а вот в чем не везет-то? Вы говорите, не везет в любви. Окей. Как именно проявляется невезение в любви? Вы говорите, последнее время. Последнее время это какое, с какого именно момента у вас это началось? Знаете, я более чем уверен, что произошла в вашей жизни какая-то ситуация, такая вот, знаете, не очень хорошая, может быть, ситуация, которая вас, скажем так, сбила с, ну, с пути, скажем так, сбила с пути, и вы теперь вот не можете никак свой путь опять найти, понимаете? И я думаю, что у того, что с вами происходит, есть определенный пусковой механизм. Даже не пусковой, как таковой механизм, а может быть механизм запуска. То есть вот что-то у вас запустило вот эту вот, вот эту вот модель поведения, такую вот, которая вот, вам сейчас не дает спокойно жить. И вот мешает. Поэтому, Виктор, если вы считаете, что есть действительно люди, которые могут навести на вас порчу, то объективно вам нужно будет действительно обратиться к эзотерикам, а не больше по этой части, они больше в этом разбираются. Мы же психологов все-таки анализируем факт, анализируем материал, анализируем то, что реально происходит с вами, и поэтому я думаю, что если вы действительно хотите вот со своей ситуацией разобраться, то вы обязательно выберете психолога на нашем ресурсе и с ним
поработаете над своим невезением, потому что невезение это все же некоторые ошибки в модели поведения вашего. И вот что это именно за модель поведения? Либо это все-таки действительно, как сказала моя коллега, неуверенность в себе у вас и заниженная самооценка. Либо это все-таки определенные комплексы, аффективно закрепленные представления ваши о мире, о вам, ну, о вас самом и так далее. Вот. Во всем этом в любом случае нужно разбираться, а я только надеюсь, что вы не будете вот затягивать с этим и обязательно выберите эксперта и поработайте с ним над своей проблемой. Думаю, каждый из нас будет готов вам помочь. Ну а на этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!